Всем привет! Нахожусь на небольшом ставочке. Сегодня хочу половить карпа на удочку с боковым кивком, на мормышку. У нас постоянно идут дожди, вот такие лужи стоят, везде болото. Я прошлую рыбалку ловил на этом ставочке, на этом месте поймал карпика, почти 1,7 кг. Узики такие, узики. Узики у него такие. В прошлый раз я прикармливал горох с пшеницей. А в этот раз будет другая прикормка. Сделал по-быстрому. А то рыбалка так получилась спонтанная. Вкратце, как я делал прикормку. В кастрюлю добавил одну чашку пшеницы и пол чашки семян конопли. И варил на среднем огне часик. Далее я добавил сухой макухи. Точный рецепт каши я оставлю в описании под видео. Наживка на карпа у меня будет опарыш. Хочу также попробовать тигровый орех. И сегодня попробую новую для себя кукурузку от фирмы Cook. Мне в прошлое видео написали в комментариях, что на речке Южный Буг очень хорошо ловят на эту кукурузу. На такие пуфики этой фирмы мы рыбачим достаточно давно. Так что попробуем и кукурузка, как покажет себя на карпа. Такая банка после открытия не скисает примерно 2 месяца. Так что, в принципе, выгодно покупать. И также попробую на карпа сегодня медовый пуф. Прикормлю несколько мест в коряжнике. Здесь место 3-4. И в начале ставка, аж туда, в вершину пойду. Там тоже коряжки есть. Здесь коряжник тоже классный. И здесь попробую. Так, здесь. И возле этой коряги. Одно местечко здесь прикормлю. Часик нужно пока подождать, пока карп придет на точку. Это когда-то был маточник. Один из двух маточников этого ставочка. Все заброшено. Раньше был очень сильный ставочек. Пока здесь не учтилось очень много дикого карася. Так. Пока половим карасика в речке. Ловить я буду на удочку Magikan от Минфин с тестом 50-100 грамм, 6-метровочка. Ссылку, где покупал, оставлю в описании. А катушку покупал в Алиэкспрессе. Второй сезон служит. Классная катушка. Мормышка Вольфрам. Здесь я поставил 1 грамм и поводок 0,16 из флюорокарбона на карасика. А на карпа то поставлю другую, позже покажу. Вообще мы на рыбалку выбрали всего на пару часиков. А так в планах сегодня на сома пойти, на вечерний клев. Если дождя не будет.
дикого карася здесь так же много, как и в самом ставочке. Не надо прикармливать и ждать долгую поклевку. Буквально сразу клюет на опускании наживки. Сейчас покажу. Вот и есть на первом опускании. Вот и первый карасик. Вот такой весь карасик. Это даже еще больше. Какая-то мелочевка клюнула на мормышку, и за эту мелочевку, походу, щучка взяла, схватила и утащила. Ха, интересно. Тут и щучка есть. Надо будет взять спиннинг, попробовать блесенкой. Ловить карпа я буду на вольфрамовую мормышку, которая и появится сам, на крючке гамакацу. Возьму красненькую кукурузку. Мы тут карпа ищем, а Света тут окуня ловит. Надо будет зимой сюда приехать на окушка. Тут и карась, кстати, тоже клюет зимой. Есть карпуша, а фрикциончик-то забыл подтянуть. А, кукурузка рабочая. Кашка сработала, обязательно сниму в следующий раз рецепт. Секунду. Жена сегодня у меня как оператор и помощник. Красивая карпушка. Несем карпа бегом на фотосессию, и дочка сказала, будем отпускать. Угу. Давайте, бегом, все, неси. А что бегом? Решили в реку отпускать карпа. На вид карпик примерно кило полтора. А, уплыл. Еще один сейчас заход сделаем по тем точкам, что я закормил, и будем домой ехать. Сегодня хочу еще на Сома выехать порыбачить возле старой мельницы. Сегодня хоть хорошо, дождя нет, единственный день. Надоели уже эти дожди.
А с завтрашнего дня опять на целую неделю ливни. Больше клёва карпами так и не видели. Вернулись домой. Я бегом взял донки на сома, выползка, медведки. И отправился на речку Южный Буг, к старой мельнице. Она там находится. И такие тучки тянут, черные оттуда, грозовые. А там вон голубое небо. Тут резко раз и взялась такая тучка. Дождевик, думаю, тут точно не спасет. Завтра попробую вернуться на это место. Будем надеяться, что дождя не будет. Хотя передают на 5 дней ливни. Надеюсь, видео понравилось. Спасибо за просмотр. Всем пока. Вот сейчас дождик будет.